на третьем дне нашего большого конгресса, который начинался российско-японским симпозиумом и продолжается в формате Ярославского эндоскопического симпозиума. И слово для открытия я предоставляю ректору Ярославского государственного медицинского университета профессору Алексею Владимировичу Павлову, который имеет самое непосредственное отношение к открытию, оснащению и модернизации этого современного симуляционного центра нашего медицинского университета. Алексей Владимирович. Доброе утро, глубокоуважаемые коллеги. Конечно, может быть, здесь не так просторно, как в концертно-зрелищном зале «Миллениум», но я думаю, после того, как в течение двух дней прошли прекрасные лекции, видеотрансляции, мастер-классы, тренинг-зоны, самое время уже в более таком компактном кругу обсудить все, что вы увидели, обменяться мнениями. И, наверное, вот впервые за последние 10 лет наш симуляционный центр, наш центр эндоскопии выполняет роль не сколько тренинг-зоны, сколько такой дискуссионной площадки для обмена мнениями, тем более, что тематика чрезвычайно широкая и очень расширяется. Насколько я знаю, впервые появляются вопросы, касающиеся детской эндоскопии, особенности детской эндоскопии, как-то раньше мы на это не столь активное внимание. Работают глубоко уважаемые медсестры, отдельные нозологии. Ну и самое, наверное, интересное, потому что я как морфолог, в общем-то, наблюдаю, как улучшаются методики визуализации. И следующий прямой путь – это, конечно, математически обработать эти результаты для того, чтобы вопросы диагностики объективизировать. Я имею в виду, будет отдельная секция по искусственному интеллекту. Поэтому позвольте мне, чтобы не затягивать процесс, пожелать вам успехов. Мы в этом году постарались переформатировать наш ежегодный симпозиум. Я надеюсь, что тот опыт, который мы получили в этом году, тот опыт с учетом ваших пожеланий, он будет развиваться дальше. И поэтому на следующий год у нас 20-й симпозиум Ярославский. И поэтому я надолго не прощаюсь и надеюсь, что все присутствующие и новые гости посетят наш прекрасный город Ярославль, который прекрасен в любую погоду, как вы заметили. И, соответственно, работа будет продолжаться. А перспективы этой работы, вот, я думаю, это наметить основные перспективы этой работы, это задача нашего сегодняшнего рабочего дня. Успехов! Спасибо большое. Можно фильм открытия, Борис Николаевич? Thank you.
нашему университету за то, что они каждый год делают столь впечатляющие фильмы. Слово для приветствия разрешите предоставить профессору Тору Ито, научному руководителю учебного эндоскопического центра Ярославского государственного медицинского университета. Тору. Please say some words of welcome. As the scientific director of our endoscopy trade center. Yes. Good morning, everybody. On behalf of JGS, past president, Mr. Tajiri, and new president, so Inoue, and so Saito and Itoi. Unfortunately, so this early morning return to Japan, so for their duty. So this time, so I say you are greeting, so say your greeting, and appreciate you also at this fantastic symposium. So I feel, always I feel so, this area people so, so nice and helpful. And I think it's the most important thing. Yes, I say thank you so. Thank you. So thank you. I hope meeting so contribute to further. So Thank you so much. It's a great pleasure and honor for us to have such important expert and a friend of mine, Thierry Bonchon. Thierry, thank you that you find time. I know that your schedule is extremely busy. Thank you. Okay. Great thank you, Sergei, and a great thank you to all my to the course directors. This is the 19th issue, and it's one of the best live endoscopy course in Europe. And it's thanks to you, mainly, but also thanks to the Russian Society and thanks to the colleagues who are working with you. I have a personal message also, because I've been in Russia a long time ago when I was 18 at this time, or 17. Yes, first time. It was 9 years ago. If you mean not 90 years ago. Okay. No. Yes. First time. So I've been. I've had a chance to visit several times Russia, and when I was a young student, Russia was very friendly. Was very attractive. Still attractive, but in a different way. But at this time, it was. I tried to learn Russian. I was not so good. I've never been good for foreign language. Even in English, it's always difficult. So imagine in Russian. So you don't need simultaneous translation. No. I went to Vladivostok using the Trans-Siberian at this time. So it took some many days. Okay. And then I went back several times. I also have a special greeting for this person. What is your name? Special greetings for José Amagomiro. Okay. José is also from my school, same school. Of course, he's Spanish. He's not only Spanish, but he's from Barcelona, which is an amazing city. But he has been training in Lyon, in my city. At this time, I was not in the unit. Okay. So special greetings to you, José. And also, I want to say that I had a chance to be president of EAG, so also it's a message on behalf of EAG, the European Society of Gastroenterology and Endoscopy. I had a chance to serve a society for more than 2 years, and I had a chance to organize EAG days. I could not organize EAG days in St. Petersburg or in Moscow, maybe in Vladivostok once, we will see in the future. But I had a chance to organize EAG days, and EAG days was very, very successful, and partly, or mainly, thanks to our Russian colleagues. We had a lot of colleagues from Russia, and they are very, very faithful to EAG, and very active at the level of EAG. And I'm not surprised, because the quality of healthcare is
very high, especially in endoscopy in Russia. And it's also it's always amazing for me to come here to Yaroslav and to see how nice how well prepared this course. Again, congratulations. Thank you, Thierry. I hope I will have a chance to come back. And also, I know a lot of famous Russian experts, especially Michael Korolev. But I cannot. Okay, I will miss a lot of names. So, thank you, Sergei. Thank you, Thierry. Уважаемые коллеги, для меня особая честь предоставить слова на открытии невероятно уважаемому у нас человеку, профессору Шилыгину, руководителю Института колопроктологии, который поддерживает очень и очень многие наши инициативы, связанные с борьбой с колоректальным раком, с образовательными активностями и инициативами, при поддержке Ассоциации колопроктологов России, при поддержке лично вас. Мы чувствуем, что наши активности нужны, что они идут в правильном направлении, и это для нас невероятная честь, что вы присоединились к нашему симпозиуму. Пожалуйста, скажите несколько слов. Доброе утро, дорогие коллеги. Я хочу знать, здесь присутствуют только эндоскописты или есть и, положим, гастроэнтерологи, колопроктологи? Да. Поднимите руки, кто гастроэнтеролог. Относительно мало. Колопроктологи. Колопроктологи не там, за стеной. Но хотя, может быть, для наших коллег не совсем привычно, что у нас отдельная специальность, эндоскопия, колопроктология, гастроэнтерология, и не совсем, вот положим, колопроктологи или гастроэнтерологи владеют техникой эндоскопических исследований. Хотя я считаю, что то, что наработано у нас в России, это очень рационально. Более того, то, что мы видели из этого замечательного фильма, представляющего фильма «Открытие», экспертов, ведь большинство, кто здесь присутствует, я думаю, что основной их сейчас профессиональная деятельность – это эндоскопия. Они, как это распространено, что гастроэнтеролог или колопроктолог сначала там отрезал, потом пошел посмотрел. Боюсь, что это не совсем будет рационально и с точки зрения точности диагностики. Я в этом абсолютно уверен. Поскольку, вот если взять тот опыт, это не я придумал, это придумали мои предшественники, это и начинал еще Александр Иванович Рыжих, который в 1965 году открыл наш институт, и вот мы, видите, уже имеем какой-то, да, хотя узкопрофильный, но вместе с тем, мы так, конфликт интересов все время, наверное, и между гастроэнтерологами, и гинекологами, и урологами, и особенно онкологами, но мы отвоевываем вот эти вот позиции, потому что идет все-таки некая такая концентрация пациентов, и если мы возьмем, положим, наш центр, то я следом за вашим, на самом деле, Ярославским центром, это был у меня стимул, я здесь первый раз, но я все время слышал о вашей школе, слова восхищения, я смотрю, как рвутся. Они меня обескравливают, потому что сегодня половина состава наших эндоскопистов участвует в вашем мероприятии и, по сути дела, почти остановили работу нашего центра. Сегодня суббота, вот. Юрий Анатольевич. А еще два дня до этого, вот, они, включая руководителя. И, конечно же, я вполне серьезно, половина состава. Хотя обычно у нас, конечно, большой объем исследований, я могу ошибиться, но у нас в год в клинике проходит более 10 тысяч колоноскопий. И, конечно, мы делаем и гастроскопии, интестиноскопии, и капсульные исследования. И, конечно, это очень важно, особенно в рамках той программы, которая сейчас придумана по борьбе с онкологическими заболеваниями. И, конечно, если мы говорим о той модели, где возможно чего-то добиться, вот с моей точки зрения, это, конечно, колоректальный рак. Только ранняя диагностика позволит что-то изменить в этом. И именно вот эти технологии, которыми я восхищен, я очень горжусь и благодарен нашим японским коллегам, которые придумали подслизистую, положим, диссекцию, принесли сюда в Россию. К сожалению, не так много клиник в России владеет этой технологией, но я знаю, что и у вас в Ярославле это уже внедрено не первый год, и в Санкт-Петербурге, и во Владивостоке, но все равно это поместится, наверное, такое количество клиник на одной моей руке, которые владеют подслизистой. И сейчас, наконец, я не знаю, сколько
Но вот особый предмет гордости, что у нас вот сейчас уже подготовлена такая работа, где выполнено более 150 подшлечных диссекций из правых отделов толстой кишки, потому что сначала Виктор Владимирович ко мне приставал: «Дайте нам прямую кишку». Я сказал: «Прямую не отдам, у нас есть трансанальная микрохирургия, и для начальных форм рака уже это более все решено. А вы осваиваете ободочную кишку, правое отдело, и тогда у вас хоть что-то будет, вы будете где-то лидировать». И вот сейчас, к счастью, это все внедрено, это все идет, но стимулировали вы, ваша школа, которая здесь проводилась неоднократно. И, конечно же, я все время, это такой аргумент, что как так, у нас нет, а вот уже в других городах России это есть. Поэтому, конечно, очень хорошо, что мы имеем такие центры развития, как это организовано на очень хорошем уровне в Ярославле. Понятно, что это роль личности в истории. Вот если нет энтузиаста, ничего не будет. Но даже сегодняшняя вот эта аудитория, она может быть специально сделана такой маленькой, чтобы продемонстрировать сумасшедший интерес. Еще несколько лет назад представить себе, что будет забита аудитория в субботу, это почти невероятно. Сейчас мы видим, что все-таки тяга к знаниям, она, конечно же, совершенно очевидна. И врачи бросают все. Конечно же, не все такие добрые, как я, которые отпускают половину сотрудников эндоскопистов в будние дни. Вот. А все-таки большинство клиник позволяет это делать только в воскресные дни. И я, конечно же, считаю, что вот если касаемо специальности колпроктологии, ее невозможно себе представить, если нет эндоскопии. Колоноскопия, гастроскопия, интестиноскопия. Только эти методы, они основа основ. Они позволяют нам поставить диагноз. А самое главное, диагностировать действительно то, о чем мы мечтаем, начальные формы рака, потому что это предотвратило, это возможно. Более того, ну хотя это, вот нужно преодолеть наш собственный менталитет. Я хочу спросить, вот в этой аудитории много взрослых людей, не только молодняк, а кто сделал уже колоноскопию такую диспансерную? Поднимите руки, пожалуйста. А чего, приезжайте, пожалуйста, как сам себе, пожалуйста, это возможно. Вы видите, не все подняли руки, но это же ужасно. Мы хотим, мы говорим, давайте, с 50, у нас принята программа, с 50 лет мы должны все, если не осложнен семейный анамнез, выполнять профилактическую колоноскопию. А здесь поднимите руки, кому больше 50. Рук значит существенно больше. Некоторые умолчали свой возраст. Поэтому, конечно же, я считаю, что вот такая пропаганда должна быть не только знания и освоение техники выполнения колоноскопии, тем более, что современные технологии, конечно же, это достижение. Это я низкий поклон, конечно же, людям, которые занимаются этим, особенно нашим японским коллегам, которые придумали эту прижизненную, по сути дела, микроскопию, когда описывают все признаки, есть злокачественный процесс в плоских аденомах или нет. И у нас сейчас мы уже приняли ведь внутри клиники такой приказ, что мы не делаем уже биопсии при плоских аденомах, потому что невозможно тогда выполнить подшлечную диссекцию, это препятствие. Но это достижение, разумеется, наших коллег из Японии, которые распространили эти знания, потом известная парижская, но она все равно, ведь эта классификация зиждилась на тех людях, которых, собственно, и пошла современная эндоскопическая техника. И никто эту страну догнать не может, и вот эти же технологии подшлечной диссекции опять придуманы там же. Поэтому я очень рад, что такое количество коллег здесь со всего мира присутствует, но особенно, конечно, мы должны отдать должного нашим японским коллегам, и то, что вы смогли их привлечь, и Ярослав становится центром эндоскопического мира, ну это здорово. Я вас приветствую и желаю такого тесного сотрудничества. Я, конечно же, очень рад, что я уже увидел живьем ректора вашего замечательного университета. Без него этого развития тоже было бы невозможно представить, поскольку, конечно, вы знаете, я знаком с вашим коллегой Пальцевым, который был в свое время недавно академиком-секретарем, и он все говорил: зачем же мне избрали академиком-секретарем президиума Академии наук?
Неужели похоронить Академию? Но я вижу, что все-таки патологоанатомы не хоронят, потому что они тоже очень эрудированные люди, и они, конечно же, хотят, чтобы продолжалась жизнь, и чтобы была более точная, абсолютная диагностика, потому что также я вот должен сказать, что я, вот с по сути дела, я очень большой приоритет сейчас, так скажем, для развития и патоморфологии. Я должен похвастать, что наша патоморфологическая лаборатория, которая сейчас возглавляется Ольгой Владимировной, Ольгой Александровной Майновской, стала референсным центром. И, конечно, она хорошо оборудована, поверьте. Мы отдали целый этаж как эндоскопии. У нас в новом корпусе, который, слава богу, уже открылся, есть целый этаж современный и, соответственно, целый этаж патоморфологии. Потому что невозможно лечить ни одно из новообразований без, конечно, патоморфолога. Мы видим, что здесь тоже вы обсуждаете эти вопросы. Поэтому спасибо огромное. Я рад, что я вырвался, меня привезли сюда с тем, чтобы я посмотрел, как это воочию, а не по рассказам. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо огромное. Слово для приветствия предоставляется нашему президенту Михаилу Павловичу Королеву, из которого все эти достижения были бы вряд ли возможны, по крайней мере, в таких масштабах. Михаил Павлович. Спасибо. Доброе утро всем. Юрий Анатольевич сказал, что существует гастроэнтерология, проктология, хирургия и так далее. Так вот, мне очень приятно, что как раз эндоскопия объединяет все эти специальности. Не разъединяет, а как раз объединяет. И сегодня невозможно представить ни онкологию, ни хирургию, ни гастроэнтерологию, ни проктологию без современной хорошей эндоскопии. И мне очень приятно отметить, что за последние вот 10-15 лет наша эндоскопия российская, она достигла определенного хорошего мирового уровня. И сегодня наши коллеги, у нас выросла нормальная школа, которая сегодня позволяет нашим докторам оперировать и работать на современном, хорошем мировом уровне. Конечно, здесь огромная заслуга таких учебных центров, как Ярослав. Огромное спасибо Сергею Владимировичу за то, что много лет, уже 19 лет проводятся эти школы. Мы стараемся это все развивать у нас в России. И, конечно, хочется поблагодарить наших коллег, которые всегда приезжают. Почему? Потому что так быстро развивается технический прогресс, что мы порой не успеваем за тем, что сегодня производится. И мне всегда очень приятно осознавать, что наши коллеги, я уже об этом говорил, они должны быть не только эндоскопистами, но они должны быть лечащими врачами, морфологами, гистологами и так далее. Почему? Потому что сегодня эндоскопист должен ставить диагноз на очень высоком уровне. Совершенно правильно было отмечено, что сегодня электронная биопсия уже вошла в жизнь. И многие такие вопросы, которые должен решать доктор-эндоскопист. И, конечно, мне хочется поблагодарить наших зарубежных коллег, которые постоянно приезжают к нам, делятся своим опытом. И я мой любимый тост, когда мы где-то там на банкетах собираем, я всегда поднимаю тост за то, что эндоскопия без границ. Это, мне кажется, что вот эндоскопия, наша специальность, она объединяет нас всех. И какая бы там ни была политика, перед Богом и перед болезнью все равны. И вот наше сообщество эндоскопическое, имею в виду не только российское, но и европейское, и мировое, оно как раз показывает, как должны жить люди в нашем сложном, тяжелом мире. Мы все одинаковы перед Богом, и поэтому тем более перед болезнью. Мы, вот классная надпись была: мы помогаем людям, независимо от места, времени, расы и так далее. Поэтому мне хочется пожелать всем нам успеха в этой работе, о чем мы уже говорили, вот прекрасные два дня прошли. И, конечно, хочется поблагодарить фирмы, которые нам позволяют собираться. Вот фирма МСН, которая вот сегодня собрала огромное количество людей. Это очень важно. Вот очень важно вот этот нормальный, хороший рабочий контакт. Еще раз спасибо всем. Finally, I would like to ask our teacher and the legend of world endoscopy, Professor Jose Ramon Armengol-Miró, to say words of welcome. Jose Ramon, it's a great honor for us that you are here with us. And thank you for the fantastic procedure yesterday. Thank you, Sensei. You is a magnificent friend.
magnifico organizer and magnifico industrialist. And you have the big support for the all Russian. Thanks, Terry. Terry is a chiller in my time of I visit Lyon in 170. 170 come to Lyon for the new technique. This moment is only gastroscopy. During my stay in Lyon is a little colonoscopy, sigmoidoscopy, and after in Barcelona I develop other things. It's not my first time to visit Russia. I visit Russia in before 80. I am by Baralikin. And maybe many people of the room never visit Sakhalin. I visit Sakhalin. Fantastic. From Moscow to Sakhalin. It is far from Vladivostok. No, I visit Vladivostok later. Sorry. During this travel, it's a special plane organized by my friend and Baralikin. And the plane stopped 5 times for the benzene. And it's fantastic. It's the best. No, not only for benzene. No. Benzene, of course. This is one other thing. But the people, is the plane is divided in 2 parts. The first class is a beds. Second class, I'm not busy second class, but many people. I remember the only arrive in Sakhalin. In this moment is to the PC factory for the students, for the Japanese people is coming for many Japanese people in Sakhalin. And in this moment is a very good relations by the industry for the caviar. What is industrial caviar? Ekra. And this is the first time. Maybe in France also before. The surgeons have a very big similar to the cookies. Ah. And this is I work in Sakhalin. I work in. I perform one is even maybe 2, maybe 3 days. Stay 1 week in Sakhalin. And for me, this I visit Moscow many times. But Sakhalin for me, I speak by the Russian people. In this moment, the Soviet people. And it's Sakhalin. What is Sakhalin? Sakhalin is very so far in the Siberia, and this is a very good story from this. And for me and for Juan Dot, is a very good pleasure. It's a very big honor to work and assist in this exceptional symposium. This is a very long time you organize this symposium. And my friend, the professor, the rector, this is Pavlov, yes. I have a convenium, a good collaboration between my institution and the Euroslav endoscopy service and hospital. Pavlov, this is excellent. Thank you. Thank you, all of you. And excuse me, but it's impossible to, in 4 minutes, to translate my special sentiments for the Russian people. Thank you very much. Thank you. Уважаемые коллеги, у нас почти все готово к началу сегодняшнего дня курса. И у нас сегодня несколько очень важных сессий, на которые вы уже были записаны. И основная тематика, которую мы выбрали в этом году и попросили всех экспертов подготовить свои лекции, это тематика стандартов и новых технологий. Мы в этом году делаем фокус на стандарты выполнения эндоскопических исследований. Но прежде чем мы начнем, есть еще одна очень короткая, но приятная миссия, которую мы не выполнили вчера. У нас очень много в этом году активностей связано с колоноскопией,
И вчера, позавчера прошел забег вместе против колоректального рака, а вчера у нас был фантастический чемпионат по колоноскопии. И я бы хотел пригласить Залима Замировича Балкизова, нашего большого друга, который очень много сделал и продолжает делать для поддипломного образования в России и помогает нам всегда с организацией таких сложных и высокотехнологичных мероприятий. Почетной миссии вручить сертификат победителю колоноскопического чемпионата. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Я поздравляю вас, поздравляю Алексея Владимировича с таким успехом, с 19-м уже симпозиумом. И на самом деле участие в вашем симпозиуме меня вдохновляет каждый раз на борьбу со скептиками. Непрерывного образования, непрерывного профессионального развития, которые говорят, что врачам некогда учиться, что врачи не хотят учиться. Хотят и находят время, когда это полезно, когда это им действительно профессионально интересно. И я думаю, что мы вместе с Евгением Леонидовичем внесем на ближайшем координационном совете предложение о том, чтобы спортивные мероприятия стали обязательным требованием для образовательных таких конференций. И баллы, что ли, начислять? И баллы будем начислять в связи с результатами этого забега. Вы нас не перестаете удивлять. Каждый год какие-то вот такие новые интересные вещи внедряете в конференцию. Ну и, конечно, четвертый год подряд мы проводим чемпионат по колоноскопии. Это чемпионат профессионального мастерства. В этом году 96 человек не побоялись записаться и поучаствовать в этом чемпионате. 96 человек, из которых мы выбрали 6 финалистов. Чемпионат проходил под лозунгом «Быстро, безопасно, безболезненно». Первый этап – это скорость достижения купола слепой кишки. На тренажерах «Сибионикс», надо сказать. На тренажерах с объективной оценкой, да, которые давали нам объективную обратную связь. И 6 финалистов уже соревновались не только на скорость, но и мы проверяли степень дискомфорта и безопасности пациента. И выбрали 2 суперфиналистов. И я хочу пригласить сюда нашего победителя Хайсанова Светлана Сергеевна из Томска, которая получила чистую победу. И сертификат на участие в 2020 году в этой конференции, которая включает в себя проезд, проживание и участие во всех мероприятиях конгресса. И я хочу напомнить, что еще Российское общество эндоскопистов также предоставило такой сертификат для участия в конференции в Петербурге. Так что, коллеги, получили сертификацию в Петербурге по эндоскопии. Это очень почетно и торжественно, и мы практически начинаем. Короткая заставка и вчерашний фильм по нашему забегу вместе против колоректального рака. Борис. Для нас забег против колоректального рака – это не просто соревнование, это объединение всех ради общей цели. Наша команда много лет живет проведением курса ЕС, и каждый из нас понимает свой вклад в общее дело и отдает себя этому целиком. На этом забеге мы хотим поделиться нашей энергией с вами, чтобы вместе мы стали одной большой командой, цель которой – здоровье всех нас. We'll be right back.
Коллеги, начинаем. Прошу вас занимать те залы, где вы зарегистрированы на различные...